5 подъем. 5 подъем, только поднимают. А потом, во сколько суток? Ну, сколько там, минус 10. На туалет сходили, сразу где-то идут. Там гимнастика, молитва будет. Там работают что-то. И попадают. Так, Илюша, иди сюда. Слушай внимательно. А что там дверь-то почему хлопает отдельно? Не, не заперто совсем. Там кто-то есть. Никита зашел. А-а-а. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давайте. Вот это надо убрать, чтобы не натолкнуться в темноте. Потом. Потом здесь дрова, но если будут сидеть. Надо козлика сделать. Тут без работы за стол не сядешь. Ну вот же. Вот зря наступила, она наклонилась. Не, не дело. А как сделать, сами подумайте. Идемте. Чтобы не упасть. Это новый дом, не обжитый еще. А что, электричество надо включить? Что, нету? Да его надо отключен. А что? Отключен. Ну, включить надо. Вот смотрите. Так, 3 поклона. На полный протокол. Господи, слава тебе. Боже всемогущий, хвала тебе. Счастье, поклонение, слава, благодарение от Сестры Святой Духа. Да будет благословение это место. Молиться без фуражки всегда надо. Если посерено сейчас. Так, целлофан-то привезли сюда? Да. Нет, нет, еще не привезли. Целлофан привезли. Все, чтобы закрыто да, было. Да. Ну и понятно, где. Желаешь здесь, здесь. Вот наверх вылазить не зачем. Ага. Чтобы не упасть и проще. Ага. Так, ты поняла? Илюша, ты постарайся. Ты должен поехать другим. Снимай себя. Давай, получше. Вот смотрите так. Значит, да. Обувши здесь можно ходить. Я не знаю, до куда обувши ходить. Но, допустим, вот до сих пор. Ага. Вот. Вот это вот. Здесь разулись, а дальше тут можем все это постелить чистыми ногами. Это постелено. Там уже вас дуть не будет. Дальше матрасы не в лучшем виде. Ну и политика, растеребите сами для себя. Нам какие подарили, это за, ну, где их готовят, с фабрики завезли. Ну и все остальное. Вот. Дальше вот только выйдите сейчас здесь, и тут же сразу это озерко. Угу. Только сейчас выйдите, мы сейчас пройдем вместе. Надо будет прокосить, слышь? Дорожку ей пробить надо здесь. Седа. Вопросы. Они на обед-то будут к нам приходить? Ну ты, конечно, да. Пока ну, так. Мы только ночевать. Обед в 2. Угу. В 2:00. А. Быть там. И мы же где? В 2:00 уже встали на молитву. Угу. Часы есть? На телефоне. Ну, у меня тоже на телефоне. Тут розеток нету, да? Есть. Ну вот, все остальное вот еще сказать. А, ну все хорошо. Все как есть. Шторки сделать. Надежда Васильевна что-то сделала. Да. Она говорит, у нее материала нету. Да как же привезли-то? Все, закончился. А я сейчас сумку большую привез еще. А, еще, ну все тогда. А она где она? Она болеет там, в Барнауле. Да давно я видел, ее болеет. Болей, не болей, надо работать. Угу. Так, теперь у него намечено было не подшивать, вот так и будет, да? Да, да. В Америке так делают. У них не подшиваются балки тут. У нее где-то второй этаж еще потом будет. Ну это кто ему делал так? Это Андрей. Андрей Устинов. Андрей делал? Да. Видишь, что сделал? Это что у него? Камин. А голландка здесь, да? Да. Видите, кирпич какой-то особенный. Ну никто тут камином не будет в Сибири пользоваться. Это нет. Ну ладно, сделал, да сделал. Видишь как. Дрова будут. У него иначе, смотрите, какие дверки удобные для чистить. Чистить, смотрите. Вот. Все. Ну хорошо. Ну ладно, у нас другие. Так, все. Пойдемте в озеро покажу. Где вы? Здесь разуваться не надо. А кто тут разулся? А, Никита там. Тогда обувь ставьте поближе туда, чтобы. Ты сейчас идешь по грязному. Да я ходил грязно, а ты сюда. Это не дело. Ставьте обувь ближе к тому, вот к этому месту. Вот. Пошли. Тогда, может быть, сделать так, здесь вымыть, и вот это ведро убрать, и вот это место для обуви, вот как лежит, дальше не заходить, да, мы тут чтоб перешагнул, и там такое, комиссия. Понял? Да. Обихоть это мальчики. Пойдем. Так, есть где закрывать-то? Горшок ночной еще. Ну-ка, чтобы их... Нет, мы здесь ничего не делали еще. А? Ну как нет, вот закрылось. Ну это только, да. Все, поняла? А ночью в туалет куда? Есть. Ну, где он в туалет? Ну принесем. Вот, вот в туалет. Не-не, ведерко надо еще. Ну там, на ночное здесь время. Здесь ручки, ничего нет. Володя, надо будет обделать как-то. Ну можно за ручку вот так держать. Да тут много чего надо обделать. Тут можно сойти. Ну, сейчас мы посмотрим, где он. Где там внутри? Кто? Туалет.
Вон на улице стоит. А ну-ка. Его еще делать надо. Он не сделан. Так яма-то выкопана? Там есть яма, да. Ну все, зайти там долго ли там. Ага. А можете утром прийти туда, там даже. Ага. Ну, вы, зайти, вот оно. Пойдемте посмотрим. Проходи. Это чья? Ну здесь была. Здесь была. Ну надо посмотреть. Это холодильник. Откуда взялся? Это Михаил на нем строгал. Значит, здесь надо аккуратно прокосить туда, прорвать. Видишь, я не... как она зайдет туда. А что вам? Ну, когда надо постирать, еще как пройти-то тут? Трава. Ну, вот тут. А, вот ну, там. Ну, прокашивать-то надо, конечно. Так. Прокосить надо. Пройти вот это вот, еще тут ямки-то завались. Прокосить, давай. Тут прокосить надо. Ага. Ну, вот она, дорожка, угу. Видите? Угу. Днем она сухо, когда пройти туда. Лучше, чтобы здесь она была сухо. В бане у нас стирка, там у нас стиральная машина. Это я на то, что если потребуется. Да-да. Видишь, там все заброшено, это все надо будет подобрать на распилку. Распилить, пустить в дело. Это не дело, что она тут лежит. А к чему она лежит? Почему? Вот, посмотри. Прямо вот на пути лежит железо. Ну, ты видел? Да, вижу. Ты ну, сам порвал сапог. Он. Я говорю, а почему вы не убираете это? Ну-ка, вот сюда вот, вот съеди. То есть вы не успели, да? А что за картошка тут лежит? А то, что не досадили, наверное. Ну и ответы же дают. Все засадили. Брось сюда пока. Убрать с дороги. Не ходи, пока не уберешь. Вот это стекло тоже туда в угол сложи, чтобы не наткнулись. Дорогу прорви рукавицу, чтобы могли в туалет проходить. Все. Указание давно будет сделано. Ну и все, пока отдыхайте и идите туда, ваше дело. Но это надо запереть. Ну мы сейчас сумки разложим. Как-то, ну, потом так, палочку надо подставить, что никого нет. Вот тут деревья так. Хорошо. Палочки. Вон палочка. Да. Вон кошечка. Поставьте еще вон кошечка вон были. Обед в два, ужин во сколько, отбой во сколько. Так, что говоришь? Обед в два, ужин во сколько? Обед во сколько и отбой. Утром у нас завтрак в 7. Ага. Ужин. А ужин в 7? Да. В 7 и в 7, и в 2. Не-не-не-не-не. А завтрак-то у нас 8 было всего. 8. Да. 8, да. В 2. Это чья кошка? Это матушкина. Матушкина, так. А отбой во сколько? Ну, это сколько они решают сами дети. А. Тут такой порядок, чтобы он выспался. Ага. Он может в 9 лечь, в 8, это его дело. Ну, значит, угу. Ну, обычно подъем. Футбол долго заиграется как-то там. Угу. Мы вырабатываем, чтобы у него воля была. Чтобы он понимал, что жить по-другому ему не придется в этом мире. Угу. Здесь ты должен строго смотреть. Никто тебе лишнего тут ничего не даст. Хорошо. Так, это что? Это матушкина. Матушкина, а где она заканчивается? Там, возле его. Возле ну все тогда. Ага. Ну все, мы сейчас тогда туда. Обживемся маленько. Вы еще сейчас надо будет. Ну, сумки разложите. Ну, сумки раскладывайте, идти готовить. Тогда никуда не ходите. Здесь отдохните. И к 5 часам в храм пойдем. Хорошо. Значит, отсюда выходить не позже, чем без 20. Ага. Чтобы прийти. Храм в той стороне, видели, наверное. Да? Вот так, ну, выходишь, и тот дальше храм. Угу. Все. Суббота, а утром завтра 8 часов службы. Угу. Все, ну, занимайтесь. Слава Христу. Смотри, лежит доска посреди двора. Вообще для меня это настолько неожиданно. Еще вопрос, вот вода питьевая. Так. Если и вот это вот, смотри. Столовая туда, да? Ну, принести надо. Надо как-то выбрать ведро. Время, Володя, прийти тут, угу. Дорогу хотя бы пробить. Я до того не люблю вот это вот. У меня чтобы двор был чистый. Я только приехал. У меня свои дела тут, я занимаюсь большим делом. Куды и дороги с тобой. Ну а вы делайте свое дело, считайте. Тут все открыто. Ага. Надоест, отойдите туда к мальчикам, так, девочкам. Конечно. Вот она, видишь, шатается. Ну можем вам вот сюда вот оттесать и положить, чтобы не качалось. Тут еще для этого не надо. Вот это вот. Я не знаю, кто тут хозяин-то, видишь, как недавно как он сделал, мы приобрели его. Uh-huh. Он новый, сколько еще здесь? Одну зиму один ночевал человек. Uh-huh. Ну, вот она, дорожка-то идет, и туда пройти. Uh-huh. Так вот, как высохнет, в эту дорожку, траву-то вокруг, uh-huh. рукавички вам дадут, и скажут, дайте мне рукавички, и вырвите это все. Uh-huh. Тут серп есть, может, серпом. Uh-huh. Или вот
Владимира Александровича попросите, он вам выкосит. Тут пройдет он тут минут 10 ему, он все. Да косой пройдет. Это на то, что если вам понадобится. Конечно, да. Утром можете мыться там.